Тарту в конференц-центре Дорпат состоялся аукцион тартусских молодых художников под названием «Старт». Самое главное, что в этом аукционе участвуют те молодые художники, которые еще неизвестные, которые могут делать свою первую продажу. И аукцион очень хороший формат для молодых художников выйти на художественный рынок, потому что они еще не знают, на какой цене можно работы продать, какие работы идут, какие не продаются. И аукцион дает такое хорошее внимание по медиа. Очень много газет и журналов, и телевидения пишет и говорит об этом. И также очень много людей здесь, как вы видели, участвуют. Что для нас самое главное, молодой художник получает как будто ответ, как ее работа вообще ценится и как идти на рынок, на какую цену можно будущее их живопись или другой художественный стиль продать. На аукционе было представлено 36 работ, из них 24 работы были проданы. Если об статистике говорить, что тогда мы сегодня продали самую маленькую работу, это сантиметр на сантиметр, и его цена было 45 евро, и мы продали за эти 5 аукционов самую дорогую работу. Это перформанс молодой художники Кива, за которую заплатили сегодня почти 1000 евро. Аукцион проводится уже 5-й раз, организатором которого является Тартусский центр творческой индустрии. Цель центра – помогать художникам выйти на рынок и помогать им делать свой бизнес. Также в Тарту центр занимается координированием сферы творческой индустрии, предлагая молодым творческим предпринимателям обучение, правовую и информационную поддержку и консультации.